бежим. Мы с вами раз стягиваемся. 3, 4. В здоровом теле здоровый дух. Так считают участники химкинского клуба «Активное долголетие». В сквере юбилейный на свежем воздухе провели массовую спортивную зарядку для долголетов. Прекрасное настроение и командный дух объединили всех, кто пришел в этот день на площадку. У нас спортивно-оздоровительная акция, которая проходит по всей Московской области. Для участников проекта губернатора Московской области «Активное долголетие», зарядка долголетов. Участие в акции принимают в городском округе Химки 100 человек. В динамичной разминке присоединились и депутаты. Они поддержали химчан серебряного возраста в этом прекрасном начинании. Настроение прекрасное. Солнечный летний день. Много позитивных людей. Замечательная атмосфера. И спорт – это то, что нас всех всегда объединяет. И спорт всегда был силен в нашей стране. Поэтому дай бог, чтобы таких мероприятий было как можно больше в нашем городе. Вы представляете, члены активного клуба «Активного долголетия» в каком большом составе вышли сюда на площадь и с удовольствием занимаются. Великолепно. Настроение хорошее, погода хорошая. Для химчан такая зарядка – отличный повод встретиться с единомышленниками, вместе зарядиться позитивными эмоциями и укрепить здоровье. Впечатление у участников мероприятия самое положительное. Пришла с хорошим настроением. Все отлично. Спасибо большое. Мне не сложно абсолютно. Я очень довольна. Узнала очень много новых движений. Очень приятно, что на свежем воздухе все в белых футболочках собрались. Настроение позитива, единого духа, в едином движении. Среди активистов много мужчин. И все в хорошей физической форме. Прекрасная погода, прекрасное настроение. И вдохновляет, и поднимает здоровье. Благодать прям пышет из меня. Желаю всем, конечно, участвовать в этом прекрасном, нужном всем и пожилым, и молодым мероприятии. Этим летом для членов клуба «Активное долголетие» подготовили насыщенную программу досуга. Это экскурсии, прогулки на теплоходе, праздники и спортивные мероприятия. Дмитрий Бочаров, Елена Тараненко, Вильфер Демковский. Новости Химки ТВ.